Мы поехали на ферму с яблоками, которая прям рядом с нашим домом, 15 минут ехать. Мы обычно приезжаем сюда среди недели специально для того, чтобы прогулять тут, покататься с горки, покормить козликов, поесть пончики. Все это для того, чтобы сделать это, когда вообще никого нету людей. Мы обычно сюда в выходные не приезжаем, потому что тут, говорят, страшные происходят вещи. На дорожках не разойтись, ничего хорошего тут нет. В общем, народ, народ, кругом народ. И что вы думаете? Сегодня понедельник, мы поехали сюда, а тут день Колумба, оказывается, сегодня выходной. Хочу, чтобы все эти люди поехали домой. Вот, кроме меня, конечно. Это прям трус бывалый. Ульяна трус. Он хочет отцепиться из нашей цепочки. Дети рассажены по качелям, чтобы не могли никуда убежать и их не затоптали. Да, там Ульян, там пони ходят. Слушай, тебе нравятся лошадки? Нравятся пони? Ну, да? Нравится, да? Красивые лошадки? Не знаю, я очень устала. Мы сделали все то же самое, что мы обычно делаем. Покормили козочек, покатались с горки. Вот, теперь мы едим пончики, но все это через очереди, через какое-то невероятное количество людей. Да. Колумб нас всех подвел, подставил. Давай, 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 давай! Задний ход. О, боже мой! Лен, поедешь? Поедешь с горки? Будешь еще кататься? Поедем. Поедем. Сможешь забраться? Самьяна будет обгонять. Да, только яблоко, одно яблоко, пожалуй, никогда не надо. Крупных и приличных.